Здравствуйте, это канал Максимадзе и GTA Sunrise Definitive Edition. Короче, следующая серия, чтобы в комментариях там не писали, следующая серия, не эта, следующая, будет финальная серия прохождения, завершающая, а это предпоследняя. Поэтому я и выпускаю ее, вот, эту серию, после вчерашней сразу, чтобы быстрее игру закончить. Правда, вот, я не уверен, что финальная серия выйдет завтра. Ну, в общем, посмотрим. Почему не уверен, потом поймете почему. Ну, а так, давайте, короче говоря, начинать. Riot. Тихо-тихо, там что-то важное. Давайте-ка вы, кучка, это просто... Заткнись. Офицеры Эдди Пуласки и Фрэнк Тенпенни, оба трудолюбивые члены полицейского отделения, были обвинены в вымогательстве, в наркотиках, сексуальных нападениях, коррупции. Они сами виноваты. Деятельность этого урода стоила мне фермы. Он был причиной всех моих бед. Убийстве своего коллега Ральфа Пендлберри, который угрожал им подать весомые улики, и который в сквере был найден убитым после случайной стычки двух банд. Думаю, ему дадут 20. Да, питье делается, копам всегда дают меньше. Да, точно. Свидетели отозвали. А еще исчез офицер Джимми Эрнандес. А также сам офицер Пуласки к нам сообщили, скрывается от спецслужб. О, подождите, они выходят из зала суда. Этот Пуласки явно будет также найден убитым, как и другие. Из-за недостатка улик против моего клиента районный суд вынес решение снять все обвинения. Чё? Вот это дерьмо. О, видите? Мы не можем полагаться на систему. Неожиданное решение совершенно беспрецедентно. Да это только не правосудие. Знаю, меня сотню раз арестовывали за вполне нормальное поведение. Да помолчи ты. Сегодня Лос-Анджелес кипит. Я никому не позволю устраивать беспорядки. Я даже не уверен, Холмс. Глядите, весь город сбунтовался. Люди просто охренели. Люди просто не знают, что хотят. А нас всех используют. Не видишь, чувак, это одно и то же. Власть любого испортит. Слушайте, я говорю, мы должны обезопасить район наш. Я не собираюсь тут сидеть и ждать, пока какой-нибудь придурок не убьет нас. Эта хрень просто бесит, чувак. Да, но мы должны как-то справиться с этим. Сегодняшняя серия короткая будет, скорее всего. Ну да, она будет короткая. Пару миссий всего. Потом, почему, потом узнаете сами. Поймете. Никакого правосудия нет, никакого. И как такая мразь, как Темпи, не может быть на свободе? Блин, как же он меня задолбал. Мы должны отпустить... Долбануть его. Схватить его за лысую башку, да долбануть как следует и затянуть потуже. А кто этот англичанин? А, Макер? У него есть проблемка, которую он совладать не может. Какая? Ну, он любит себя потискать. То есть он любит бывать на консультациях? Ну, наверное. Шлепать себя обезьянкой своей? Наверное. Да ладно, хорош ты уже. Любит погонять... Да ладно, неважно. Там была одна фраза, которую почему-то не привели. Ее. Ну, слово, точнее. Я не понимаю, кстати, почему. Кстати, свитер... О, надо будет закрасить тот... Граффити. Как этот... Да, действительно, как же этот Тенпенни задолбал. Вот... О, вы только смотрите, что делается, а. Стреляют друг по другу все, блин. О, телеки таскают все подряд, блин. Даже старухи стали грабить людей, ты посмотри на это. Да, видимо, лучше, чем сидеть дома смотреть фигню. Да, выйди на улицу и посмотри, что надо. Отведайте силушки богатырской. Люди просто сдурели. Тенпенни ответственен за все это, а ему насрать вообще. Будто гетто недостаточно разрушено. Завтра у большинства жителей центра будут новые телевизоры. Посмотри на них, они ведут себя как злые дети, и может еще хуже. Ничего хорошего из этого не выйдет.
Я соберу людей и попытаюсь прекратить беспорядки на нашей улице. Если что, понадобится, звони. Я пройдусь по городу, посмотрю, что да как. Будь осторожен, СиДжей. Короткая миссия, всего лишь довести Свита до дома. Но если покататься сейчас по городу, то мы настоящий трэш увидим. Чуваки, уйдите, пожалуйста. Молодцы. Дайте проехать. Вон, слышите, взрывы всякие творятся. Чувак вышел из машины. Оставил и драться пошел. Что еще? Горящие машины на дорогах мы часто можем увидеть. Даже проститутки телеки таскают. Охренеть. Просто охренеть не встать. Наркоторговцы по району продолжают бегать. О, еще телеки таскают. Ну и, короче, эти беспорядки будут твориться в городе до тех пор, пока я не пройду финальную миссию. Кстати говоря, беспорядки эти... О, видали, какой трэш творится? Чё творят, а? Проститутка стреляет. Собственно говоря, о, еще кого-то убили. Да чё ты пригнулся, не буду я тебя убивать. А вот бабки, наверное, возьму. А, мужик с пистолетом в руке. И чё, прячется от кого, блин? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вы чё делаете-то, ублюдки? Да, я вот не знаю. Просто... как это все так работает, из-за чего люди так все сошли с ума. Но вот эти беспорядки, они основаны в 1992 году, в Лос-Анджелесе, по-моему, были беспорядки как раз-таки в реальном мире похожие. Вот как раз-таки отсюда спародировали это все. Ладно, погнали на следующее задание. Los Desperados. Да... не надо тут все размышлять. Никто не имеет права разрушать наш район. Слышал, да? Никто. Как дела? Мы почти получили контроль над районом, чувак. СиДжей, это действительно серьезная проблема. Да, знаю. Я сделал много для нашей семьи с тех пор, как тебя взяли под арест. Что? Ты для самого себя много сделал. Но не для семьи. Не заблуждайся, чувак. Когда ты прекратишь на меня гнать, бля? Когда ты перестанешь так себя вести? Пока ты трепаешься от своих достижений, позволь мне рассказать, что я делал. Когда Кендалу нужна была новая обувь, я сходил на улицу. Когда матери понравилась операция, я грабил людей на улицах. В то время как ты в Либерти-Сити шастал. Целых 5 лет, блин. И что ты сейчас думаешь? Блин, чувак, это несправедливо. Карл! Чувак, мне нужна помощь. Я тут немного занят, семейные проблемы. Я помог вам, друзья, а теперь пришло время помочь мне и моим ребятам. Мой район тоже полный занят. Надо прекратить там беспорядки. Хорошо, что для этого нужно? Пришло время собрать мою старую банду. Выгнать этих наркоторгующих говнюков оттуда. Я знаю, но не весь так же приходит и в моем районе. А еще я брату всем обещал. Все, что твой брат хочет, это чтобы ты отдал свои долги, СиДжей. Ладно, я тебя понял. Хорошо, поехали. Отлично, мы вернем себе квартал. И каков план? Мы должны встретить 3 моих старых друзей на станции Юнити. 3 и все. Я парочку своих тогда захвачу. Если найду, конечно. Они тут бегают, как идиоты. А ну иди домой. Ой, господи, какой домой? Ко мне иди. Мужик, ко мне иди. Дела их прям идут хуже некуда. Посмотри, на улице. Да уж, внимательно надо по сторонам смотреть. Не хочется попасться балосом, когда в городе такое творится. Блин, Тенпенни город на колени поставил.
Раз уж мы здесь, позволь тебе задать вопрос. Да, что? Ну, это лично немного. Да ладно, чувак, мы же братаны, не стесняйся. Хорошо, тогда слушай. Я хотел сделать Кендалл вопрос тут один. Ну, так что, позвони, вот, держи мобиль. Не-не-не, ты не понял, предложение. А, ты имеешь в виду это, хочешь жениться на ней? Ну, я не возражаю. Я признателен тебе даже, что ты спросил. Не, насчет тебя я спокоен, дружок. Вся проблема в Суиде, может, ты с ним поговоришь. А, ну хорошо, я поговорю с ним. Спасибо, Си-Джей, для меня это очень важно. Господи ты, боже мой, а. Все подряд взрывается, блин. О, Вариос Лос Астекас. Следовать за мной, я сказал. Эти вагосы уже задолбали, я всех порву их нафиг. Эй, Карналес, как дела, Холмс? Цезарь, а ты должен быть Сиджи. Ну, Цезарь сказал, что вы друзья, так что, видимо, свои. Окей, надо постараться, чтобы прочистить дом к моему дому. Если мы будем держаться вместе, то мы всех их уложим. Прикрывайте друг друга. Так, сейчас отведают силушки скорострельные. По вагосам-то нам тоже есть выгода стрелять. Не только из-за того, что мы поможем Цезарю, но и, в принципе, вагосы и наши враги тоже. Так что... мы совершенно не прочь нападать им как следует. Ой, блин. Не отставайте! Вперед! Они так идут, как будто просто ничего не происходит. Но с пушками в руках. Хм, лестница раскрашена в ЛГБТ. Цвета, блин, прекрасно. Ну просто в радужные цвета. Зачем мне... ой, блин. Ну блин, вы все загородили мне, чудаки, блин. Чуваки. А, к одного моего убили. Чувака. Ведай-ка силушки скорострельные. Блин, вы по мне-то не стреляете. Мужик, ты куда стреляешь? А, туда? Кстати говоря, есть один такой факт интересный. В бета-версии... изначально, короче, в GTA San Andreas хотели сделать такую возможность, чтобы ацтеков, из банды ацтеков, тоже можно было себе нанимать в команду. Но такую возможность вырезали. Но все-таки не наша банда, хоть и друзья. Но есть чит-код, который возвращает такую возможность. Кстати говоря. Осторожнее, блин. Суетесь мне под дуло. Все, блин. Давай, давай, дохни быстрее. Следовать за мной, я сказал. В принципе, это было, конечно, обязательно брать в команду с собой двоих. Но от них пользы никакой толком-то нету. Они вообще не помогают в бою практически. Сколько пуль в них выпустить надо, чтобы они сдохли, а? Блин, чувак, не суйся под дуло, я сказал. Это последний, идем. Блин, бронежилет бы хоть тут где-нибудь бы валялся, а? Господи ты, боже мой, а!
Хоть трэш в городе творится, а? Это было просто. А теперь идем в центр змеиного гнезда, они и плодятся там. Правда, тут парочка сюрпризов в рукаве есть, да, Сань? Это же ракетная установка. Мы гнев национальной гвардии. Вот мне не пофиг, посмотри вокруг, СиДжей. Давай, сейчас вернем дом. О, контрольная точка сохранена, это отлично. О, молодец, давай стреляй еще из ракет. Ой, Хейзер, пристрелили его. Господи ты, боже мой, сколько их тут. Черт, Хейзер! Ранение тяжелое. Поднимите голову, Вагасы там еще вылазят из заборов. А че он завис? Встал. А, еще сзади. Пора покончить с этим. Я с тобой, чувак, покажем, чего мы стоим им. Ищите себе новый дом, уроды, это территория Вагасов. Горите, ацтеки, горите! Это был последний. Как там Хейзер? Надо отвезти в госпиталь его. Я отвезу. СиДжей, ты сделал больше, чем нужно. Тебе нужно вернуться на Груз-3. Ладно, увидимся позже, как все это уляжется. Спасибо, СиДжей, и удачи тебе, мой друг. Ладно, иди домой, чувак. Кто по мне стреляет? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Алло, брат. СиДжей, я тут подумал. Город, конечно, большой, но не очень-то. Какие-нибудь придурки точно знают, где прячется смог, но пока семья Гроу-стрит не контролирует большую часть улиц, его деньги значат больше, чем мы. Мы должны ударить по Баласам Вагасам всеми силами и ударить по каждому району. Ладно, это если это единственный способ. Я готов. Удачи, брат. Так, нужно захватить больше территорий банд в районе Лос-Сантоса. Короче говоря, вот, смотрите. Территории Гроу-стрит довольно мало. Большая часть захвачена Баласами и Вагасами. Надо как минимум 35% еще захватить. И тогда откроется доступ к финальной миссии игры. Я сделаю это все за кадром. В прохождении оригинальной версии я делал это все не за кадром. Делал дополнительную серию для этого. Но в этот раз не буду вас томить. Сделаю это все за кадром. И в следующей серии мы уже закончим, собственно говоря, прохождение. Выполним финальную миссию. Финальная миссия довольно длинная. Полчаса займет, я думаю. Так что такие вот дела. Собственно. Ну и как... Цель наша теперь найти Биг Смоука и расправиться с ним за то, что он предал банду и сейчас стал одним из главных, наверное, наркобаронов Лос-Сантоса. Надо найти его и прикончить, но мы не знаем, где он. Надо ударить по Баласам, по Вагасам, чтобы язык свой распустили и сказали, где он. Я займусь этим за кадром, как я уже сказал. А в следующей серии, как только я захвачу столько, сколько надо территорий, мы будем завершать прохождение этой игры. На сегодня все. С вас такой подписывайся, с меня эпичный видос. Подписывайтесь на мой стримский канал, своди руку ВКонтакте и всем пока.